Хейо, гейс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названием Соль и Святилище. Так, давайте я, короче, по фасту быстро перемещаюсь туда, где нам, куда нам нужно. И что мы делаем? Что мы делаем? Во-первых, туда перемещаемся. Готово. Мы с вами убили в прошлой серии боссика. Да даже не одну, а целых троих, если так даже подумать. Первый это у нас вышла ведьма. Ну, короче, две ведьмы мы убили и ведьмину одну игрушку. Все. Мы молодцы, мы совсем справились. У меня дохера денег. Что мне нужно теперь с этим сделать? Яму... О! Здесь мы чучело нашли. Вон там подвешенные. Так, вода, что вверх ногами течет. Тихо. Он меня еще не заметил. Хотя... Я умничка. Я отбился от всех его атак. Нужно понимать мне, куда идти. Так, так. Утонувший медальон. Ящик соли мы нашли. Отлично. Ящик соли, это нам нужно. Так, да. Там, конечно, плохо то, что я не перепрыгнул. Плохо. Ой. Сильный. Я тоже не промах. Так, куда мне идти, во-первых? Ох, куда он залез? Чего, дядь? Тихо. Я понимаю твою злобу. Тихо. Злой. Верю. Так, значит, его можно было и так пройти, без урона. Так, вниз я сдохну, да? Нет, я не сдох. Сколько? 14 000. 14 000. Ладно, что мы делаем? Как я понимаю, мне нужно сейчас отправиться. Пользуя рог. Так, это, кажется, не тот рог. Мне нужно отправиться в... Так, кузница. Нужно отправиться в кузницу. Надеюсь, это кузница. Или нет, подождите. Это... точно ли это кузница? А, не суть. Посмотрим. Не суть, посмотрим. Да, это кузнец. Так, приятель, смотри, мне нужно улучшить меч мой. Я ж находил. Окей. Убить тогда. Окей. Так, давай тогда у тебя магазин. По сотке можно много купить их. Давайте, короче, супер кнопку. Нормально. Готово. Уйти. Добро.
Не оставить. Мне уже переместить. Ой, подожди, 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 пока я не ушел. Они ж продают, да? Светлые эти предметы. Отлично. На все покупаю. Ого, у меня даже деньги еще остались. Готово. Отлично. А вот теперь можно отправляться. Переместиться. Перемещаемся мы в локацию. К алхимикам. К алхимикам. Ясно, не та сторона. Так, сначала вниз. Хотя урона много. Нет. Противоядие. Хилки, 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 хилка, хилка. Поехали вниже. Тупой скорпион. Тупец скорпион. Так, теперь отсюда отправляемся по верху. Так, а из-за чего я умер? Дрявая память. Я умер из-за того, что я упал вниз. Всрал 14 душ. Ну, как обычно. Нормально. И здесь начался бздец. Да? О, все. Отлично. Что-то нашел. Отлично. И тебя поставлю где? Где горшок мой? Здание святилища. У меня есть два варианта. Либо вниз, либо вверх. Я думаю, легче выбрать сюда. Понятно. Здесь у нас еще что-то закрыто. Так, камень лидера. Приведет мне это куда-то? Да, куда-то привело. Угу. Что это за путь? Выход с пещерки, окей. Ну, пещеру, наоборот. А как мне проходить через красные эти херовина? Мне так и не сказали. Так, что дать еще тогда сюда одну статуэтку? Делать подношение. Стоять. Это что святилище, о котором я подумал? Это то, о котором я подумал. Но оно, похоже, не относится к этому, да? Так, ну здесь закрыто, ладно. Сделать подношение. Да, готово. Так. Нет. Их с тобой хотел поговорить, а вот с ним. Так, деяние. Мне нужно, ну, еще где-то хер скелета найти. Еще где-то одну херь скелета нужно было найти, но я так и не нашел. Ух. Брум.
Тихо. Я понимаю, ты сильный. Ты сильный. Я не понимаю, где я упал. Что я сдох. Ага, тут рыцарь этот сраный. А чё с тобой драться? О, ты где упал? Я не учусь на ошибках. Ладно, не суть. А, то ниндзя? Ты что, ниндзя? А, не суть на самом деле. Все это легко проходится, все это легко делается. Главное понимать, куда я сам хотя бы иду. Ага, это я вообще уже не туда пошел. Так, вниз. 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 Да уж, опасно. Опасные затейки. Главное, что я не могу с помощью телепорта его одолеть. Так, поехали. Ну, хотя бы не загорелся на меня, и то радует. Ладно, давай сюда. Окей. Ага. И что вы представляете мне? Что мне делать тогда? А мне тогда служечно здесь играть. Потому что я не понимаю, куда мне идти. Ой, стоять, там водичка, да, течет хорошо. Значит, туда мне нужно было идти. По сути, сюда что-то есть, какой-то проход. Куда-то этот же проход тоже ведет. Так, восстанавливаем ХП. Поехали. Классно. Великолепно. Только вопрос, как он сюда проходит. Окей, допустим, представим, что мне еще туда рано. Отлично. Великолепно. Великолепно. Я открыл все средства, да? Наконец-то я сделал все срез. Пустись. Ух. Жестко, жестко, жестко. Не, серьезно, жестко. Я чуть не упал еще. Чуть не упал. Упал. А как мне тогда нужно было преодолеть эту сейчас расщелину? Но внизу рыцарь, он там что-то защищает, я это только что увидел. Меня несет типа... Не, я сначала подумал, что это ангел меня несет. Так, стоять. Теперь не путаться. Что я новый себе проход открыл. Проход.
Новый проход, сокращение пути. Нет, там я разобьюсь. О, отлично. Так, допустим. Да, против света они ни хера сделать не могут. Так. Отлично. Так, сундук. Отлично, чистый. Вон что это за место, окей. Там внизу есть проход. Отлично. Великолепно. Статуэтку взял. Минус я. Но не суть. Не суть, не суть, не суть. Бля, мне его придется укрохать. А теперь суть. А суть у нас такова, что придется юзать мне все-таки мои предметы. Вот, вот это бешеная у него атака. Он тоже умер. Ух, знаете, что идеально сейчас было? То, что я его тоже убил. Там сейчас должна быть только птица. А не. Мне дали его души. Окей. Что я делаю? Рок использовать. Хлеб. Не зря я купил. Повысить уровень, да. Так, повысить. Так, древо навыков. Меч прокачать. А, он пускай стоит там. Теперь отлично. И не темно. Плюс я могу теперь делать фигню. Тихо. А, там без... безопасный прыжок. Хотя... ух, я мог не долететь еще, оказывается. Что это за место? Куда-то в какой-то подъем.
босс-файт. Вниз идти. Не, ну, место я нашел правильно. Там я какой-то мужик. Да, там мужик какой-то с мечом меня несет. Окей. Чтобы не терять хп. Минус душа. Минус 10к душ. 10к душ. 10к душ. Это ничего. А золото сколько у меня? Золотона. Золото. Золотона. 10к. Нормально. Да, хотя у меня уже все куплено. Что мне переживать. Повторный заход. Не, ну я чувствую, что здесь будет какой-то босс. Проблема в том, что я его не вижу. Мне нужно было сюда, оказывается, спускаться. Выпиваем. Ага, вот так, да? Типа, угадай, в какую сторону нужно идти. Ну, если так посмотреть, то там в основном нужно сначала вправо, а потом с левой стороны, когда будет уже развилка. Да, вот это они придумали головоломку со спуском жесткую. Итак, здесь тяжело. Там еще предлагают мучиться. Здесь еще предлагают мучиться. Ладно. Раз. Потом нормальные спуски. Потом сюда. Вниз. Потом нужно перепрыгнуть. Готово. Вниз. Да, здесь дохнуть. Раз, два. Теперь только понять, где я. Ага. Ого. Забытый король. Да-да-да. Ага. Именно все так. Вы не ошиблись. Минус, минус, 3 скелетона. Минус скелеты. Winner, I'm winner. Easy, просто easy. Так, главное теперь отсюда не сдохнуть. Здесь же должна быть где-то сохранялка, да?
интересно, как сюда нужно было попадать. Паркур. Так, походу... Ого. Здесь вообще какой-то потайник. Что это за место? И что это за... Я понял, что это за место. Ну, в принципе, здесь можно, я думаю... Телепортнуться отсюда. В принципе, прикольно. В принципе, прикольно. В принципе, прикольно. Ай. Только теперь понять, как отсюда выбраться. Лишний прыжок сделал. Не достаю. Давайте тогда колокольчик. Если это колокольчик сейчас меня отправит к свечке, тогда это не то место. Все это то. Так, повысить уровень. ТП. Подношение могу сделать. Да. Тарховец. Повысить уровень. Замечательно. Древо навыков. Древо навыков. А что я хотел вкачивать? Силу, да? На самом деле оно слабо поднимает, если так посмотреть. Довольно слабо. Живучий. Ну, 0.3, на что это? Вот стамину, да, можно увеличить. Рация. Или давайте все-таки до хилки идти, как я хотел. Как раз этот улучшаем. Так, окей. Что у нас остается? Мне нужно понять, куда мне идти. Вот что у нас остается на самом деле. Потому что я понял, что здесь враги обычно такие. Скажу, что легкие, да? Так, торговец. Что ты можешь мне предложить? Купить предметы. Сопротивление от яда, колокольчики, обычные. Бла-бла-бла. Давай, короче, вот тебя. Раз на две штуки хватает. И ГГ. Так, восстанавливаемся и побежали. А вот куда? Уж извиняйте, я не знаю. Я выжил. Я живчик. Нечестно, нечестно. Пуляет он там меня втихаря. Пуляет он меня там втихаря. Так, окей. Что мне делать? Что мне делать, что мне делать? Это там, где свеча была. Так, он меня, походу, еще не заметил, да? И тут у нас свеча. ГГ.
Народ, слушайте, когда вы, скорее всего, смотрели видео, у нас ролик типа оборвался, да? Я хочу объяснить причину. Я снимал с помощью OBS, но... Вот вы просмотрели большой отрывок, да уже? Я там сражался с боссом и резко все остановилось. Дело в том, что у меня не хватило места на компе. Да? И по сути запись прервалась еще на, как вот смотрите, свойства. Сейчас откроется. И подробнее. 39 секунд. На 39 секунде, вот это видео, что вы уже просмотрели, по идее должно было все закончиться, но... ОБС как бы сказал мне, а давай-ка я еще сниму для тебя большой промежуточек видео. Но он, получается, как бы снял в 39 в тех секунд, оказалось 30 минут там, понимаете? Допустим. Сейчас попытаюсь показать. Сейчас откроется. Смотрите. Вот у нас идет... Hey, yo, guys, вы мешаете. Ладно, выключу время. Вот, допустим, 39, да, у нас там было написано. И вот. Вам все закончилось, время, но запись сама как бы еще идет. Поэтому, что оно как бы смогло сохранить, то сохранилось. Поэтому я типа добавил, ну, так сказать, сделал так. Если что, босса в принципе забрал, он оказался не таким уж сложным. Но на второй фазе он просто в меня дышал в основном огнем под себя. Мы его убили. И я еще посмотрел несколько... Вики на английском, что мы пропустили. И я узнал одну хер насчет красных вот этих, ну, стенок, помните, которые мне не давали проходить. Оказывается, их можно пройти, просто зажав сраный факел. Но это вы еще узнаете в следующей серии. Мы обойдем все красные факела. У нас еще ждет 2-3 босса. Ну, в основном еще 2 именно босса, но не основных. Потому что у нас остался из основных боссов только финальный. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.